рыбацкий промысел. Вот. Рыбаки, мало того, свою селедочку будем сюда сдавали, привозили, перерабатывали, соление, копчение, консервация. Будем привозили еще атлантическую. Работу 3 смены круглосуточно. Я говорю, одно из первых мест на постсоветское пространство занимал. Территория огромная, чуть ли не третья часть города. Не более 2 метров, это природный рукав Дуная. И самый по совместительству, самый ближайший выход в море. Ходина. Да, но это мы потом уже на обратном пути, мы это объедем, я вам покажу. Уже на реку Дунай. С правой стороны то наша пожар-застава, желтенькое здание. Какая сторона? То уже Румыния. Вот, 100-150 метров проходит эта граница по воде от ихнего берега. Таким образом, большая часть воды наша. Ирва. Вот, смотрите. Вот, и это третья тоже, образуя форму Вилки. От этого и название. Город Вилково. Вот. Заповедная зона. Всего у нас 12 выходов. Люди многие подобрали. Это было и нерекательно смотреть, потому что тут будет на самом деле тяжелый, как бы, вот. Сейчас потихонечку начинает. Дальше молодые люди будем. Камышом. Тротуар, да? Тротуар, да. До соседки пришла. Ну. А тут тоже пьяный, да?